Дорогие друзья, уважаемые зрители, рада вас приветствовать на своем канале Любимого ТВ. Меня зовут Татьяна Любимова, я природная ведьма. Сегодня на общем нашем просмотре давайте такую тему зададим. Любит, не любит, к сердцу прижмет, обнимет, поцелует, к черту пошлет. Что у него там на уме? Его истинные чувства к вам? Как он к вам относится? Расклад общий. Девочки, те, кто желает попасть на индивидуальный экстрасенсорный прием, пожалуйста, смотрите информацию под видео, для кого это актуально. Ну и поставьте сразу лайк этому видео. Кстати, очень хорошо помогает, усиливает ваши позитивные вибрации, притягивает к вам благоприятные ситуации в вашу жизнь или какие-то удачные моменты для того, чтобы у вас все было гладко да сладко. И чтобы с милым, с вашим все было хорошо. Поставьте, потом проверите сами. Итак, что покажут, что между вами вообще происходит? Ух ты, какая-то ноша тяжкая. Да здесь, знаете, идти аж прям по снегу, по морозу, да босиком. Кто-то к милому бегал, да, и аж прям энергию потерял, и кто-то финансы разорился. И тем не менее надежда есть на лучшее, несмотря ни на что. Девочки, у кого-то может проиграться, что мужчина здесь, знаете, думал и принял в раз какое-то решение побыть немножко на расстоянии. То есть, знаете, было сложно. Все, чего только не было. Потом все могло у вас идти к примирению, да, и как-то даже могли взаимодействовать. Потом хоп, в раз просто произошло нечто, что вы оказались в неком недоумении, что это было. И в отшельнике, что вы, что он. У тех, у кого все хорошо, может означать внутренний поиск такой самого себя, своего жизненного пути. Каждый из вас на низком старте, то есть вы тоже можете так поступить, взять и сказать, да нет, я в процесс сомнений войти, да, и уйти, включиться может программа поиск, то есть пойду-ка я что-то другое поищу, что-то тут, по-моему, не то, как-то надоело. Хотя все было неплохо, да. Тяжести какие-то, сложные этапы уже были пройдены. Или, возможно, вы сами в эти отношения, если это новые отношения, пришли уже с неким грузом. Поэтому не получилось или не получается какого-то красивого взаимодействия. Но давайте посмотрим, что еще мужчина, как он вас, какой он вас видит. Истинное к вам отношение. Вы знаете, он не может разобраться по судьбе, вы ему или нет. Просто он уже, он так глубоко копает. Он прям очень глубоко. И отсюда, смотрите, здесь есть элемент пресыщения, да. То есть его что-то радовало, и сейчас он прям подустал. И он пытается найти какое-то решение проблеме, да. Обязательно нужно, чтобы был трезвый ум. Обязательно, он, знаете, как-то он может резкие действия делать по поводу вас, в отношении вас. У кого-то будет основополагающим – это дорога и развитие каких-то новых отношений через тяжесть сердца, да, но, возможно, вы, может быть, и разъехались, или разбежались как-то, или между вами расстояние, или те ситуации, которые вот, ну, еще что-то нужно пройти, еще что-то нужно сделать, все хорошенько обдумать, решить, да, план наметить и совершить вот эту поездку. Но он, знаете, как думает, здесь либо дорога, да, что приеду там к ней или ее к себе заберу, как-то так. Или же здесь прям еще более глобальные, да, моменты какого-то перехода сложного в своей жизни. Как бы, знаете, пойти, пуститься к новым берегам. Причем здесь судьбоносный момент и очень сложный. Опять же, здесь колесо прокатывается, как бы не всегда можно ухватить птицу счастья за крылышко, за хвостик, да. Тем не менее, здесь прям так хорошо вы его зацепили. Очень даже хорошо. Давайте теперь посмотрим, что он вам мог бы дать. Очень интересно. Кому-то, девочки, даже замужество. Но вот только он долго собирается. Он очень долго запрягает. Очень. Энергию такую, знаете, на вас он, в принципе, смотрит как на женщину, приносящую счастье, приносящую стабильность, заботу свою женскую, да, ту, которую вот мужчина нуждается в такой
женщине в таких энергиях, да, ну, может быть, и не все эры индивидуалистов, как-никак, на дворе, и тем не менее никто от такой женщины при здравом уме и доброй памяти, по сути, не откажется, если она будет вот именно такая, настолько красивая и энергетична. Вы выходите, девочки, императрицей. Дальше, смотрите, вот у него здесь, что бы он еще мог вам предложить? Знаете как, все-таки какую-то стабильность, потому что мы не видим обновления, да, а придержаться в каких-то рамках, возможно, еще не время что-то менять, да. То есть он вам может предложить как-то пока либо спустить на тормозах, да, то есть вот как-то ни шатка, ни валка, знаете, как без особых изменений. Ну, то есть, чтобы все было плавно, мягко, постепенно, резко не идти прям в новое и все резко менять. Смотрите, здесь каким-то естественным путем что-то закончится. Ну, то, что должно было закончиться, да, для того, чтобы прийти к новому, для того, чтобы вот у вас здесь очень хорошая такая взаимопомощь начнется к глубокому пониманию, к доверию друг другу. Вот эта взаимопомощь, она обязательно претерпит некие изменения. Мужчина, кстати, вот тут то ли здесь кармический пинок получит, да, вот, или ему совершенно станет плохо, и тогда он вам действительно даст и помощь, и поддержку, и заботу. Чего вы ресурсные для него очень. Очень ресурсные. Что вы ему можете дать помимо этого? Любовь свою, эмоции, заботу также. Ох, девочки, ну вы будете следить за его здоровьем, за его состоянием, где-то возьмете даже бразды правления в свои руки, несмотря на то, что нежная, вся мягкая, пушистая, такая добрая, тем не менее будете либо переживать за его здоровье вообще, за то, чем он занимается, что прекрасное будущее, долгие, прекрасные, длительные отношения, то есть вы смотрите и рассматриваете этого человека на длительный период своей жизни. Очень хорошая перспектива. Что еще вы можете ему дать? Вот здесь, кстати, верность, преданность, нет изменам, да? То есть на вас можно положиться. Фигу за спиной вы не крутите. Вот. Ну, как бы не предадите. Что еще? А что еще здесь уже вот Паш закрыл? Еще какие-то шажочки надо будет сделать. Не все пока известно, да? Что еще? Но что-то в плане огонька точно придумаете. Попажу, знаете как, это все-таки какие-то здесь импульсы показывают и показывают, что еще не сделаны реальные конкретные шаги, чтобы развивать. Но, во всяком случае, вот эта информация, да, то, что вы уже услышали, она имеет место быть, ее вполне пока на данный момент достаточно. Итак, а что же он думает о вас по-настоящему? Истинные мысли о вас, подсознание считываем. Ну, девочки, ну что ангел-хранитель небесами посланы ему? Что на самом деле? Ну, он стесняется сказать, скорее всего, об этом, но он думает там по судьбе. И здесь, смотрите, он торопиться не хочет. Он хочет как-то все с чувством, с толком, с расстановкой. Ну, смотрите, еще сам будет решать все. Хочет быть действительно для вас мужчиной настоящим, с большой буквы. Маг, опять же, человек дела, человек слова, энергию, чтобы его энергии вполне должно хватить на позитив. Вот это истинное чувство, девочки. То есть, знаете, не думайте, что здесь манипулятор. Да, этот мужчина может быть очень авторитарным. Он решил, он сказал, он должен делать. Вот так. Но это же и плюс. Для настоящей женщины, для императрицы идет император. Ну вы что, я же это прекрасно. И все-таки смотрите, вот здесь обходите острые углы. Быть очень подвижным, мобильным, уметь с выгодой для себя и для вас выкручиваться, подстраиваться под изменяющиеся события. Да? Очень мобильный человек. Так, ну и давайте еще что спросим. Сейчас мы спросим вот что. Его истинные поступки и намерения. Ну, просто специально немножечко перезададим и колоду. Возьмем истинные поступки, истинные намерения. На подсознание, что у него там. Все хорошо. Сблизиться, сдружиться.
рука об руку пойти. Не хватает просто силы, не хватает ему еще храбрости. Дальше есть сомнения, они есть, но это здравые, здоровые сомнения, то есть человек может уходить и отходить, да? Дальше. Перспектив не то, чтобы он не видит, да, но они перед ним еще пока не все открыты. И здесь должны какие-то быть вот эти иллюзии, да, розовые очки сняты, выбор делать, да, какой выбрать жбанчик. Выбор будет сделан, розовые очки будут сняты, уйдет от иллюзий, и вот, пожалуйста. Это вот прям то, что с подсознания. Примирение, притяжение друг к другу, воссоединение или создание какого-то союза более плотного, более энергетического, да, более чувственно-эмоционального. Ну, преграды, препятствия, конечно же, есть. И давайте, что вам делать? Пока вы его там ждете, да, то, что он... Что делать вам? Что покажут для вас? Девочки, ну вот здесь дружить, общаться, нормально коммуницировать, да, контактировать с этим человеком. Он, кстати, пентакливый вот здесь, да, долго думающий. И вы также. Он долго запрягает, и вы тоже не гоните лошадей. С вашей стороны также ангел-хранитель идет. То есть то же самое говорит, что тише едешь, дальше будешь. Восьмерка пентаклей. Постепенная работа над отношениями. Постепенное, поэтапное продвижение, улучшение. Чего бы то ни было. Поэтапно и постепенно занятие своим делом, своим хобби. Кроме того, и вот дальше у вас страстная страсть, активность проявится там где-то потом, попозже, попозже. Обоюдная страсть причем. А то, что касается вас, ну что, берегите энергозапас свой, да? Может, так сказать, зеркальце, он медлительный, и вы, но с чувством, с толком и с расстановкой. А дальше мы здесь сейчас давайте подпроверим. Будьте готовы к любви. Будьте готовы. Вы, кстати, также можете пресещаться, девочки. Вы с ним очень похожи. Два сапога пара, одного поля ягода. Любовь. Любовь, отношения, страсть между вами. И совет, рекомендация. Не бойтесь вашего отшельника внутреннего, не бойтесь идти по своему пути. Здесь очень даже ценится ваша ресурсность, ваша самобытность и ваша самостоятельность. То, что у вас есть свое предназначение, и вы его выполняете. Жезловая королева выпала, то есть вы также еще достаточно активны, пентакли пентаклями, но вашу энергию, как бы, знаете, никуда не деть, не отнять. И построение прекрасных отношений, уже заземленных через счастье, через любовь, есть возможность, знаете, моя дом, моя крепость, вот такой вот еще создать союз. То есть вы как-то этому очень хорошо способствуете. Сами можете, вот, не надо здесь бояться отшельника, я повторюсь. Прекрасный аркан, мир. Это гармония с самими собой, да, и так, что человек вписывается в ваш мир с его собственными тараканами. Нет идеальных людей. Главное, чтобы ваши тараканы подружились между собой. Они-то у вас тоже есть, да? Напишите, пожалуйста, в комментариях, так ли это или нет. Ну что, дорогие, ну вот так, такая информация. Я надеюсь, что она вам была интересна и полезна. И, пожалуйста, оставьте ваши комментарии, да, будет интересно их почитать. Подпишитесь на мой канал, те, кто еще не подписался, и поставьте лайк этому видео. Пусть все прекрасно и хорошее сбудется, а плохое уйдет. До новых встреч. Пока.